Ми все з Галей говорили, треба організувати. Треба збиратися так для болі. Інку Невінську. Маленський Бронислав Адольфович, Пора весенняя.
закружилась, голова кружилась от того цветения. Ой, вишни белый цвет и пора весенняя. Голова кружилась от того цветения. Голова кружилась от того цветения. Молодцы! Весной будем пати вечно, над котой счастье шляхом млечным. Светлу надею сердце будет, любовкой ветер не остудит. Живите долго! Уже пели. Ага. Все, ну, все, наверное, анонсировали, но хотя бы экспромтом, еще раз праздником. Может, молодец, сейчас кто захочет потанцевать, мы, пожалуйста... Ты сядешь, ну, ты слышишь меня? Снова стою одна, слава Курома. Все начинаем. Спеваем все. Есть сейчас балца клича, есть сейчас. Сядем за столом ягоним кожный раз. Тысячи я накормил и вино с воды зробил. Теперь клича всех голодных, есть сейчас. Есть сейчас балца клича, есть сейчас. У имя Отца и Сына, и Духа Святого. Амон. Поблагослов, Пане, Ты, да? И поблагослов Ты, Господиня Твоих, приготовала. Пшес Христуса, Пана нашего, Амон. Здоровье в рончике, мудрость в голове и 100 лет. Нех жиє 100 лет. 100 лет, 100 лет, нех жиє, жиє. Сейчас вилочки несу. Будешь жить? Ты молодец, ты всегда все смотрел, все это изучал, вникал. Я что, разговариваю? Нет, теперь он мой молодец. Оплатить не собираюсь. Блин, подарок тебе сделал. А оплатить я не оплатил. Я их загнал передом во двор, чтобы никто было лень выгонять самому, чтобы. Не говори. Убываю в жизни. Да. Прикол. А он что? Потом сказал, хотел заправить на день рождения. Заправить хотел. Себя или машину, неизвестно. Заправиться. Ага, заправил. Заправил голову свою и поехал. Тоже придумал. Ой, чизна наша. Еще кому не давал? Я поехал. Ага. Я был во дворе. Ага. Мы отмечали. Потом нам вызвали. Мы делали работу. Вызвали там на полчаса, чтобы доделать работу, чтобы бабки забрать. И в это время это плохо. Звонит мне Колян Смирнов и говорит,
И горох в аварию на твою машину попал. Серега. Я там на халтуре офигел. Зараз заспіваємо. Давай, може, без... Вечорний дзвони граєм, земля криє шари тінь, з неба голоси мені взиваєм, бим закончил з Богом день. Всіхі наші денні троски злагодились. Злагодилась, что все як твоя жизнь. На назад ви ласки, гостю боски, юж сердечне добра ноц. Ту в костелі анялове, пшед алтажом вельбен тень. Честь отдаю, Єзу тобі, дісь я з ними лончий сень. Честь отдаю, Єзу тобі, венц я з ними лончий сень. А когда ти будеш сьогодні? Ти будеш так на Єві, будеш катати на Єві, а потім дітечка танет. А, передній збор. І потім ти будеш у Сьоня. Дай записати. А якщо Єва опустить дощ, і якщо вона зонечка так буде, ну вона красива так танет. Ти будеш так читом, ну ти катати будеш так ваям, ти будеш так ужоням. Ну, молодець, браво! Внученька, а що споєш? І що споєш? Браво! Заспіваєш ще що-небудь хорошо? Якщо ти ні дня не їсть, то я точно буду болеть. Если ты меня не любишь, то я точно отец. Я мой. И бабушки я люблю, бабушку еду такой. Бабушку Ванду. Ванду, ты будешь красивая. Ты будешь модная. Ты кота, ты будешь. У меня, это, кстати, на велосипеде шины Ванда. Называется. Тільки вчора, здається, плилі ручаї, і весняне сонце землю цілувало, а сьогодні вже жутла жовтіють лісни, а сьогодні вже осінь без мала. И тут рыбу еще приезжали, помню, ловить. А хата у нас на Узгороде, вот тут, где Узгород сам. Вот на Гайфе? Да, во-во, вот тебе я показывал. Что пригоже. Так это ясно. И она вытекала сюда, получается. Ну, неважно, а тут тоже ничего, как они там упали. Потом она высыхает,
Тут дорожка была, вот получается. И потом она текла сюда, типа на поле. Там мяньки. А тут липки, тут козы пасли. А тут где-то наши были садки. А где же были той пустые сирени, акации, что это все поломали, где они, нема? Так я там дальше была. Далеко был. А вот это ровок. Все листья гребла. Гребли мы листы. Для скотины подстилать корову. Надо было нагреться. Каждый раз работа была грызть это листья. В мешки. И на подстил. Хороший был гной. Экологический такой. Гумус. Хороший. А вот глянь, липа не красует, это не вот этого. Может и красуя. Это в траве не еще. А что значит подставник? Вот так называли подставник. Ну вот вид от дома. Что ты не познаешь? Ну ты вообще. Ну вот здесь прям хата была. Вот тут. Я думаю, что тут прям огород наш. Где-то. Прям в этой вот яме. Вот в этой серой. А там вот рабочий, где гребцы выходили. И он там такая справа, что там же была рабина. Мухи летают, рады видеть. Ну, может и тут. Может. Да не может, а точно. Али все заросло, запуляло. Ну, нечто тут. Тут уже нечто. А, тут копали. Эти, с металлоискателем копали. Да, да, золото шукали. Все перекопано, блин. Потому что майонка какой-то. Ну, они ведали, что тут жили паны. И Максима закопали. Да какие вот мы тут жили паны. Чекай, ага, этого дорожка, она волму дорожка была деяна. Облака красивые, конечно. Не знаю. Ну да. Что на Волму? Ну вот Янык же с горы все время спускался на тракторе. Посередине была дорога, да, посреди поля. Была, а тут видишь так. Посреди поля. А Барбосов дом где-то здесь? Барбосов вот тут, вот следующий, дальше. Ну, трошки далее. Да, да, где-то тут. Тут рабочий понимаете. Это горовец. Это ближайший. Был рабочий под Волму. Один, а второй, два было. А потом под горку или маяки была дорожка, видать. Ага, вот тут наша была в сотке. А век батька твой приезжал. Так и он тогда тут где-то до гектара была земли. И он тогда взорвали за день и посадили. Так все дивились. Даже ягода так он взорвал. За один день все посадили, все буйвает. Вот тут. Такое было. Дали тут кусок. Большой садили. И там садили. Одно время там была бульба. Вот. Ой, хорошая была. А еще приезжали с моей работы Шевченко, слесарь. И что там с мужики помогать приезжали. Мать дала бульбы им. И тут вот мы копали. Вот там тоже участок был. Вот. И участок. Ну, вот, вот. Хорошее было место, видишь, штаны знали, где будовать. Помню, ты стояла на остановке, а мы с первый раз были. А Ёлик увидел тебя, ты такая стоишь красивая, и тебе серебристые. Сама такая, ой, стройная вообще. А Ёлик увидел, какая девушка, она щеменная, какая.
деревне Меньки еще, правда? Ну не то, что вот там вот такая и была, потому что в Меньках только и будет такая. А где же что найдешь? Ой, как я... Да тут все были красивые, что нет? Натуральные такие, знаешь. Ты знаешь, были красивые, некрасивые, но такого не было. Янтосовые, молчи, бандиты, всякие, да, все молодежи, сколько нас было. Ой, что ты, на танцы ходили, все помню. Ивашка, вы эти девки, красавицы, как-то с Валей встречались, она же кондитер, а я что же, тоже. Она меня приглашала там в свой цех, но я как-то не собралась, пришла, там что-то было накрыто, опоздала, а больше так не собралась. Вот. Да где только не работала, в санатории в Белорусочке работала. Сашка. Я же сейчас так пришел, сразу фон Кандели такой там. Глядим, Сашка пришел, Сашка, все глядят, думают, что такое. А это Сашка Мосинович. Это его жонка. Я ж не знаю, не познала. Ой, я ее обслужила, а не на этом. Ой, так вот людей встретишь, вот. Живи тут, не думай, на что ты такое. Нет, так я не живу. Я что-то на каникулы приезжаю. Конечно, работаю. Что могла, голова варит, и вид нормальный. Да, тяжело, конечно, очень тяжело. 45 лет на одном месте. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же уже все знала там до ниточки. Видишь, всегда помогала бы, видишь, человека не пропустишь. Она говорит, что, ну так что, она мне временно, на время декрета предлагала в районку. Я говорю, куда ж я ей дену? Ну, а малую надо ж взять, помогать же надо. Дома не финиш, и тут не финиш. Она болталась. Конечно. Что она будет сидеть в этих лагерях, там, не дай бог. Чтобы париться, у нас вот здесь и гибнуть даже были случаи. Я сама в лагере работала. У нас в санатории был летом лагером. Так ты понимаешь, что там был ребенок. И да? Хотя белорусская навигация, организация. Так... Светлая, натуральная блондинистая такая. Рашлите, это и светлая закрученная. Ну, натуральная просто. Если бы она это... Не дай бог было. У нас там дома такие забрали. Вот школу красоты эту и баграми где-нибудь. Не дай бог. Нормально было. Интересно, мы там влазим или нет? Уеду. И иначе скроюсь я, уеду. В Комарово.